Всем привет, дорогие друзья, с вами Evil No, и сегодня расскажу о мощном, сочном споте фарма, шершавой кожи, штормовой шкуры, окровавленной кости и окаменевшей кости, плюс также волокнистой корейки. В чем, дорогие друзья, суть? Во-первых, вам нужно на перчатки зандаларское снятие шкур. Покупается на аукционе, миллион людей сделало, поэтому ищите чары для перчаток зандаларское снятие шкур, чтобы снимать, ну, практически мгновенно, да? Приходите затем в локацию Валдун, вот в этот вот, как бы, в озерцо, да, храм Акунды здесь недалеко, в это озерцо, прям на прокачке этот спот уже заранее заметил, и мне понравилось, у меня прям слюни, можно сказать, потекли. В общем-то, я фармил в 313 уровне предметов, поэтому фарм был меньше, чем мог бы быть. Фактически я убил за 10 минут всего лишь 3 раза эту локацию, скажем так, но будь я 340-м, полагаю, что 40-м плюс, да, то полагаю, что здесь было фарма, мне кажется, раза в 3 побольше даже, фактически. Но я ориентируюсь на свои результаты, поэтому, дорогие друзья, здесь фармиться, если на первой звезде вы фармите примерно 8000 голды в час, потому что вот эта вот замечательная кожа продается за 2 голды в час, ну, то есть, вы поняли, за 2 голды за штуку, это примерно за голдинку, вот эта замечательная окровавленная кость продается за 10, а это вообще какая-то хлам почему-то, прям вообще супер задемпленная, ничего не стоит практически. Волокнистая корейка тоже за 1 голду продается на аукционе. Поскольку цифры очень большие фарма, как видите, да, на трех звездах профессии, на трех звездах профессии вы сможете фармить вот этой вот темы всей, да, вот жесткой вот это вот, это с ума сойдете, раз в два, в три больше. Поэтому Gold Farm, в общем-то, выходит примерно на 20 тысяч плюс голды, учитывая, что здесь также падают зеленые предметы, которые можно задизить, можно сдать в утиль, и фактически еще возможно, я, конечно, не уверен, да, но логически может упасть боешка. Вроде как World Drop у боешек и у маунта тоже, собственно, гиены, вот примерно такой, как тут бегает, тоже... В принципе, шанс должен быть, я полагаю. Соответственно, что мы делаем? Мы убиваем вот этот пак. Видите, здесь гиены, всякие вот эти вот самцы, детеныши ходят. Куча гиен, просто сумасшедшее количество гиен. И куча, как видите, вот он, спот небольшой, да, вот этот кружок. Куча вот этих вот маленьких животных, газелей, вот этих вот маршруток, пазиков. Все здесь стоит, можете это фармить. Можете даже травничеством иногда здесь какой-то речной горох найти, если у вас совершенно случайно есть травничество. Думаю, горное дело здесь найдется, видите, горы тоже рядом. Поэтому я считаю, что это замечательный спот фарма, который хорошенечко вам должен помочь. И я надеюсь, ребяточки, вам понравилось это видео. Вы обязательно подпишитесь на канал, поставите лайк, обязательно расскажите друзьям и оставите свои комментарии на этот счет. Также не забывайте ставить колокольчик, и я думаю, что вы должны подписаться на мой канал и задонатить мне. Жуау! Make one step, I make two, eyes on me. Eyes on me, watch and learn. Eyes on me, watch and learn. Make one step, I make two, eyes on me. Better drop that ball down. Holla, holla, bitch, you better slow down. Damn, you got no way.
Motherfucker kicks in like